И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар. И сегодня мы снова сравним тачки. И это у нас офицер Мураками и Алекс Карвилл. Так что это уже по просьбе подписчиков. Также вы можете написать в комментариях, кого мне еще сравнить, только чтобы не повторялись. Вот советую вам посмотреть на канале, кого я сравнивал, а потом, так сказать, написать. Вот, а то были такие случаи, что предложили, я такой, ух, а, к сожалению, уже это было. Вот, так что, сегодня мы сравним два разных героя. Они, естественно, отличаются, но чем-то, конечно, наверное, похожи. То, что это такие, как бы, как полицейские, не полицейские, охрана, не охрана. В общем, это у нас, видимо, японец по имени, а это, видимо, наверное, американец или британец. В общем, в это отличие. Дальше, естественно, если сравнивать как машины, то видите, что это такой как джип. Джип не джип, а это такой как бы, ну, универсал, или как их называют эти такие машины. То есть, здесь пятидверная машина, и тут пятидверная. Вот, считая багажник, так что здесь все одинаково. Дальше, лампочки, само собой, отличаются. Здесь у него сплошная красная, тут у него две синенькие. Вот. Потом, цвет глаз. Вот цвет глаз почти что похожи, что у одного, что у другого коричневый цвет, только у другого потемнее, у другого чуть-чуть посветлее. В этом отличие. Дальше, раз форма машин отличается, само собой, все и будет отличаться. Но, в общем, перед можно тоже сказать, что чуть-чуть похоже. То есть, у него здесь лампочки желтого цвета, здесь серые, но они по форме, как бы, чуть-чуть похожи. Чуть-чуть, то есть, здесь немножечко... Они как квадратные, здесь закругленные. Дальше вот эта как решетка, конечно же, отличается. Вот, но тем, что здесь кружочек есть, то есть типа марка машины. Здесь у него просто как прямоугольник. Дальше рот у него закрыт, у него приоткрыт. Потом наклейки как бы, ну вот эта группа, как называется. То есть это получается у него как микрофон. Ой, не микрофон, наушник, извиняюсь, с микрофоном. Могли бы, конечно, сделать, чтобы он как отдельно был, то есть, чтобы торчал. Увы, не сделали этого. Значит, что у него есть такие отдельные наклеечки. То есть, тут, тут и тут, то есть, три наклеечки. А у офицера Мураками у нас всего две наклеечки. То есть, в этом отличие, то есть, две-три наклейки. Дальше, этот у нас security, то есть, точнее, security, будем так говорить, это я так security сказал. Что один охраняет, что другой, то есть в этом схожесть. Потом цвет, как бы тоже бело-голубенький, и он тоже такой бело-голубенький, только здесь больше голубенького цвета, здесь больше белого, то есть в этом отличие, но цвета похожи. Дальше, сзади, у него номер 65 написано, еще какой-то значок у него этого нету. Здесь у него написано, на номере у него написаны всякие циферки, написано «П», страна, то есть это что-то панда, то есть какой-то логотип тоже. В принципе, зад полностью отличается, тут сравнить никак нельзя. И внизу, а вот внизу можно сказать, что даже и очень похоже, почти что, только отличается вот эта часть здесь нету. Эта часть у нас есть тут. Это в уменьшенном виде, а это немножко удлиненное у этой машины, здесь нет. Ну и колесики, конечно же, у него потоньше, а у офицера чуть-чуть потолще. И как бы покрышки у него тоже отличаются. В общем, вот такое какое-то у нас сравнение. То есть офицер Мураками против Алекса Карвилла, так будем говорить, да? Как бы сравнить можно было, но, конечно, сложно очень сравнивать такие машинки, которые как бы где-то два разных героя, и вот попробую сравнить. Но мы это вроде сделали. Надеюсь, вам понравилось. Вы можете также написать, кого еще сравнить, только чтобы не повторялись. Вот, я заканчиваю, так что спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на канал InverPay, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте друзьям. Чем больше нас, тем лучше. Так что я пойду. Всем удачи и всем пока.